Дальше они через распределительные пункты поедут до конечного адресата, до каждого человека, который непосредственно получит тепло родного дома, получит ту самую заветную посылку, записку. Каждая посылка будет доставлена лично в руки. Организаторы обещают успеть до Нового года. Акцию «Тепло родного дома» еще в прошлом декабре начал глава региона. Этот груз с приветами и посылками от родных и близких уже четвертый. За год в общей сложности было собрано и доставлено почти 5000 посылок. В каждой из них самые нужные вещи и теплый привет из родного дома для бойцов. Но не только для своих. Есть интересная семья, которая каждый раз, готовя посылку для своего сына, папа с мамой, всегда отправляют игрушки, сюрпризы для детей, которые живут там, на новых территориях. Подразделение стоит недалеко от населенного пункта, входит в населенный пункт за водой и всегда берут что-то интересное, чтобы порадовать ребятишек из этого села. Постоянный участник акции – коллектив 133-го детского сада Тюмени. Здесь у многих ребят на СВУ папы. Эти посылки с продуктами и рисунками для них. Как рассказывают мамы тех пап, которые находятся в зоне СВО, это что-то сладкое, им очень хочется сладкого. Поэтому, конечно, да, мы покупаем где-то конфеты, чай, печенье, какие-то консервы и направляем им. И очень ждем, мы пишем им письмо, прикладываем в коробку, в которую мы их просим дать нам обратную связь.